Доброго времени суток, приветствую вас всех на своем канале. Итак, рыбки в августе. Что ждет рыб в августе? Основное направление месяца — финансы, бизнес, личные отношения и здоровье. Напоминаю, это расклад как бы усредненный. У кого-то он может проиграться полностью, у кого-то нет, у кого-то частично. Итак, рыбы в августе. Какая-то вас новая идея посетит, которую нужно хорошенько продумать и постепенно внедрять в свою жизнь. Но придется по дороге корректировать, выбирать. Слушайте свою интуицию. Какие-то будете подписывать официальные бумаги в этом месяце. Ну и много-много работы, которая будет очень кропотливой, но будет и таким не очень оплачиваемые варианты. И вот это вот с работы может весьма и весьма затянуться. Но это вам даст и ощущение вашей безопасности, и финансовой, и вообще в жизни. То есть даст вам развитие дальше и решение многих вопросов, в том числе и финансовых, и исполнение ваших желаний. Ну, посмотрим, как с деньгами сложится у вас в августе месяце. Со своим партнером будете очень много работать, и будут приходить деньги именно вот на такую партнерскую работу. Будет очень удачно, движение, развитие будет серьезно у вас идти. И максимально будет благополучно все складываться. Вы будете решать все свои вопросы, в общем-то, на раз-два. И много-много идей будет вас посещать еще. Как заработать еще деньги. Так, как будет у вас складываться дела с бизнесом? Или дело, которым вам приносит деньги? Это может быть работа на кого-то, на хозяина. Вам нужно обязательно действовать, потому что ситуация с бизнесом будет такой, 50 на 50, то густо, то пусто. Но вы будете довольны. Все равно будет, несмотря на это, оно будет успешно развиваться. И хорошо, успешно. То есть где-то, видимо, незначительный доход, а где-то весьма-весьма хорошая будет оплата. И используйте в своем бизнесе свой полученный опыт, свои способности и действуйте, отстаивайте свои идеи. Но смотрите, будет какая-то вероятность потери денег, связанной с бизнесом. Но это вам быстро все компенсируется. Так что не переживайте, если что-то и произойдет с финансами. Может быть, вы на тот же бизнес что-то и потратите. Так, как будут личные отношения складываться у вас в августе месяце? Что-то вас будет разочаровывать, императрица, в этом месяце, в личных отношениях. Что-то будет недовольны чем-то. Какая-то сложится безвыходная ситуация в отношениях. Ну что там, где-то будет какая-то нестыковка. Вам захочется радости, а вы ее не будете получать. Ну, то есть напряженная обстановка будет в личных отношениях. Ну, постепенно нормализуется.
все наладится, выйдет на новый уровень, хотя будет все равно непросто. Главное вам принять участие в выстраивании этих отношений. Еще если вас помирит с вашим партнером кто-то, то будет совсем все отлично. Так, и со здоровьем, как у вас будет складываться. То есть ваш партнер вам, Вселенной, императрице, в августе месяце не сможет соответствовать вашим желаниям, вашим идеям, вашим планам. Так, со здоровьем. Ну, многое со здоровьем будет в ваших собственных руках. Может быть, попить какие-то успокоительные или витаминчики дополнительные. Обратить внимание на сердечно-сосудистую систему. И вы сможете все держать под своим контролем. Главное думать, что вы делаете, и быть максимально способными, ну, спокойными. Не нервничать, не переживать. Да. Все будет в порядке. Вот такой расклад для рыб на август месяц. Пусть он для вас пройдет максимально благополучным. Желаю вам достаточно финансов для всех ваших задач, целей и желаний. Успехов в бизнесе или деле, которые приносят вам финансы. Море любви и крепкого-крепкого здоровья. До новых встреч!